вот так вот трясется лошадь. Вот так вот трясется лошадь, бедненькая. Она... Мы вывели их немножечко погулять, потому что не было дождя. Но очень холодно, и только дождь начался. Я пока спустилась, она уже замерзла. Что нужно сделать? Нужно одеть на лошадь купону. И подкормить лошадей сеном. Ой, муж не положил мне сено, забыл, наверное. Как только лошадь перестала трястись, можно снимать попону. Чтобы теплорегуляция у нее работала хорошо. Попона все-таки не совсем естественная вещь для лошади. И она нужна только для экстренных ситуаций больше. Вообще в холод, особенно в холод, у лошадей должно быть сено всегда перед ними.